Monsieur Hamdan. Mrs. Hayes. Charlotte. That's my love. From Vladimir Nabokov's masterpiece. She'll do anything you say. She's getting a thing about you. And from director Adrian Lyne. Who's the lassie? It's my daughter. You lie. She's not. What? I said July was hot. Comes a story. Love, consuming, obsessive, doomed. You're a monster. You're a despicable criminal monster. Кейли, это я. Что происходит? Я уже 3 сообщения тебе оставила. Я же извинилась. Ты же знаешь, какой я бываю, если меня достать. Тайлер, ты что делаешь? Дура, а ты как думаешь? Отвали меня. Кейли нет. Не обращай на меня внимания. Продолжай. Мне понравилось. Она выглядит по-другому, когда спит. Аквариум. Боже мой. Сдай назад. Назад. Ну же. Давай. Сдай назад. Доброе утро. Я смогу вам помочь? Сидя верхом не сможете. Кажется, лошадь меня не понимает. Погодите. Позвольте мне. Давай, кобылка. Давай. Ну же, сдай назад. Назад. Давай. Давай, давай. Колеса завязли слишком глубоко. Лошадь не вытянет их. Давайте так. Надеюсь, вам удастся вызволить повозку. Я уже опоздала в церковь, обо мне все судачат. Меня здесь долго не было, я не в курсе здешних сплетен. Я купила дом старого Ньюбери у развалин форта. Раз так, я должен перед вами извиниться. Я незаконно был на вашей земле. На мысу есть место, где я люблю поплавать. Правда? Я не стану брать за это слишком большую плату. Анна и король.
королевская семья. 23 жены, 42 наложницы, 58 отпрысков. Я не принцесса, я обезьянка. Как много вам лет? Достаточно, чтобы понять, что мудрость и возраст не одно и то же. Вы будете учить всех моих детей. Позвольте напомнить его величеству, что я не служанка, а гостья. Гостья, которой платят. В моей стране мужчина никогда не извиняется перед женщиной. Мама, да? Зачем ты нужна королю? Здесь же никто не говорит по-английски. Традиции Англии, традиции всего мира. Спасибо за ужин. Но в нем не было необходимости. Это сделано, чтобы соблюсти договор или чтобы избавиться от меня? Да. Я никогда тебя не забуду. Никогда. Мое сердце принадлежит тебе, Таптим. Мать, учитель, вдова, но никогда просто женщина. Я никогда тебя не забуду. Не бойся, Таптим. Вся жизнь – страдание. Стойте! Когда женщина, которой есть что сказать, молчит, тишина оглушает. Она считает себя равной мужчине. Не только равной мужчине, князь. Равной королю. Мужчине достаточно одной женщины. Выдали замуж 18, и этот брак не по любви. Ваш муж – совесть петербургского общества. Бесценный для России человек. На закате Великой Империи. Их любовь шокировала высший свет. А ты давно знаешь Вронского? Он богат, красив, кавалерийский офицер. Позвольте пригласить. По всемирно известному роману Льва Толстого. Я хочу предостеречь вас. Предостеречь меня? От режиссера фильма «Гордость и предубеждение». По легкомыслию вы можете подать в свете повод говорить о вас. Новое смелое прочтение. Если вы любите меня, то сделайте, чтобы я была спокойна. Оставьте меня. Я не вижу впереди возможности спокойствия. Ни для себя, ни для вас. История любви, покорившая мир. Наш союз скреплен на небесах. Что-то не так? Все не так. Я совершу грех, если позволю тебе загубить собственную жизнь. Страсть ради страсти убивает истинные чувства. Анна не преступница. Но она забыла о приличиях. Оставь его. И всю жизнь в придачу. Она погубит себя. У вас нет больше чести. Неужто ты и вправду думаешь, что я отдам тебе своего сына? Анна Каренина. Я люблю вас. За что? Любовь не задает вопросов. Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон, Келли Макдональд. Прикосновение. Чувствовать тепло любимого человека порой необходимо нам, как воздух. Такое понимаешь только, когда этого лишаешься. Так и живем. Я и мой фиброз. Улыбнись, Барс. Стелла, прекрати, нашла кого снимать. Что бы я без тебя делала? Умерла бы.
Нам здесь нельзя подходить друг к другу ближе, чем на 1.5 метра, во избежание обмена бактериями. Преследуешь меня? Только чтобы представиться, я Уилл Ньюман. Ты из тех, кто нарушает правила ради призрачной иллюзии контроля. Угадала? Возможно. Какой крутой. Не могу не согласиться. Далеко не всем везет здесь лечиться. Нас никто и ничто не спасет. Мы ходячие мертвецы. Ты обязан принимать лекарства. А, так вот почему меня ими пичкают. Так, все таблетки будем пить вместе, чтобы я знала, что ты не халтуришь. По рукам? Смешно. Значит, ты в кои-то веки запала на парня, а он с такой же болячкой. Я просто помогаю ему с лекарствами. Ой, да для тебя пилюли раскладывать уже прелюдия. Ну-ка, разошлись на 1.5 метра, будто вы не знаете. Подхватишь инфекцию и забудь про свою операцию. Все это время я жила, чтобы лечиться, а не лечилась, чтобы жить. Но я хочу жить. Болезнь столько всего у меня отобрала. Пора хоть что-то отвоевать обратно. 500 миллиметров, 50 сантиметров, 0.5 метра. Один метр. Ты со мной? В метре друг от друга. Мэм, здесь написано, что вы родились в 1908. Значит, вам сейчас 45 лет? Выходит, да. Адалин Мари Боуман появилась на свет 1 января 1908 года. Много лет спустя она завела свою семью. Но холодной зимней ночью 1935-го жизнь Адалин переменилась навсегда. В ту ночь произошло нечто невероятное. Можно сказать, даже магическое. С той самой ночи Адалин оставалась неподвластна течению времени. Она больше не старилась ни на один день. Я бы хотел задать вам пару вопросов, мисс Боуман. В следующую нашу встречу я буду другим человеком. Но я навсегда останусь твоей мамой, а ты моей дочерью. С днем рождения, мама. Вы очень похожи на мою старую знакомую. Мы были очень близки. Тебе, наверное, ужасно одиноко. Когда ты не можешь стариться вместе с любимым, это лишь разочарование. Меня зовут Элис. Рад познакомиться. Я вас провожу. Благодарю, но я справлюсь. Стойте! Как мне вас найти? С первой нашей встречи я понял, что это судьба. Я не представлял, как или когда, но знал, что мы снова встретимся. Как такое возможно? У тебя была долгая жизнь, но ты не жила. Я, наверное, не умею. Скажи мне что-нибудь, чего я никогда не смогу забыть. Отпусти. Я так долго убегала. Адалин! Что уже не могу остановиться. Сэр, может вам помочь? Вы связаны с цирком? 31-й год, братья Бенджини. Это же самая известная катастрофа в истории цирка. Вы хотите сказать, что были свидетелем? Я был участником. Не уверен, что это я выбрал цирк.
Похоже, что цирк выбрал меня. Мир построен на лжи. Все люди – актеры. Ты красивая женщина и достойна жить красиво. Здесь я звезда, а там я никто. Девчонка. Она ваша дочь? Здесь ее нет. Зачем мы едем в Берлин? Там мы невидимки. Основаны на реальных событиях. Разумеется, я понимала, что я не такая, как все. Это твои бумаги. Они везде тебя защитят. Когда мне исполнилось 16, я поняла, что у Гитлера на нас особые планы. Хай, Гитлер! У нас в классе новенькая, ее зовут Лейна Шлейгер. Чудесное немецкое имя, в отличие от твоей внешности. Шлейгер – фамилия моей матери. Тебе с ними по пути! Ты за мной следишь? Хотел узнать, как ты. Хай, Гитлер! Если его отец увидит тебя рядом с сыном, он его убьет, а потом убьет всех нас! Сам себе проблемы решил устроить? А не боишься? Чего? Войны. Это достойное дело – воевать, защищать Германию, как мой отец. Эй! Сын Вайсволлера! Я не допущу, чтобы тебя арестовали из-за нее! От режиссера Белль. Думаешь, она особенная? Я мечтаю, чтобы она была как все. Лейна лучше всех. Связанные любовью. Большая любовь должна быть у каждого. Для меня это ты. Разделенные войной. Мне сказали, что отечество не производит на свет негров. Лучшая роль Аманды Стенберг. Здесь сказано, что я немка. Стоять! Чувственный, глубокий фильм. Нет! Солдаты так не поступают. Именно так солдаты и поступают, хотят они того или нет. Люби меня, словно нам обоим есть здесь место. Где соприкасаются руки? 14. А если ищете работу, идите сюда. Раз мы будем вместе работать, нам пора вместе выпить. Это была дружба. Которая стала тайной. Это касается только нас. Бывают места, куда нельзя вернуться. Можете поцеловать невесту? Бывает ложь, которую приходится рассказывать. Ты знаешь кого-нибудь по имени Джек? Мы как-то рыбачили вместе. Бывает правда, которую нельзя отрицать. Как бы я хотел, чтобы так было всегда. Если нас застанут вместе, нас убьют. Вы, ребята, умеете весело провести время. Ты ездишь туда не рыбачить. Ты ничего об этом не знаешь.
Фильм лауреата Оскара Энга Ли. Сценарий лауреатов Пулитцера Энни Пру и Ларри Макмертри. Я не знал, что будет так трудно. Если не можешь исправить, нужно смириться. Хотел бы я знать, как тебя бросить. Хит Леджер, Джейк Гилленхал, Энн Хэтэуэй, Мишель Уильямс. Горбатая гора.